Городской фестиваль «Причуды серебряного возраста» был проведен впервые. Участие в нем приняли около сотни пожилых людей. Это студенты университета «София», проживающие дома-интерната для престарелых и инвалидов, и Димитровградцы, состоящие в местной общественной организации инвалидов-опорников. Юность в душу зрелость глядится и умоляет не торопиться. Жюри отмечает, таланты людей старшего поколения безграничны. Они молоды душой, они энергичны. И вот этот фестиваль фактически это от них желание здесь выступить, это от них показать таланты, это от них, вот, чтобы это и дальше продолжалось. И он многогранный фестиваль. Проживающие дома-интерната в фестивале такого масштаба выступали впервые. Говорят, готовились тщательно и долго, а перед выходом на сцену репетировали еще раз. Конечно, здесь и связано все со здоровьем у нас в большинстве случаев, поэтому подготовка шла долго, где-то приблизительно полгода. Но мы смогли, мы подготовились. Всех участников фестиваля по итогам отметили дипломами. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.